МЧС открыла пункты обогрева для помощи тем, кто попал в сложную ситуацию на дороге. Один на 391-м километре автодороги М2 Крым, второй на 141-м километре федеральной трассы Орел-Тамбов. Функция данных пунктов обогрева состоит в том, чтобы помогать тем людям, которые попали в экстремальную ситуацию на дороге, не учли погодные условия или у них каким-то образом закончилось топливо, разрядился мобильный телефон или нужно уточнить каким-то образом дорогу. За весь период работы пунктов обогрева уже несколько обращений были зафиксированы. Мобильные объекты оснастили всем необходимым для оказания помощи. Теплое одеяло и горячий чай. Есть возможность зарядить мобильное устройство. Объекты укомплектовали электрогенераторами, а также техникой высокой проходимости для буксировки автомобилей и тепловыми пушками для отогрева машин.